Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы сегодня вышли опять погулять, проводили Никиту. Он у нас теперь довольный. Все хорошо. А здесь нам встретилась вот такая кошечка. Она забралась от серого дыма на дерево. Вот так вот, любимые мои зрители. И он ждет. Он ждет такой деловой. Ждет, думает, сейчас она слезет, и я ее погоняю. Да, серый? Серенький. Что, будешь сидеть? Так, теперь мы пошли дальше. Дальше пошли. Мы пошли скорее.